первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, проверила ход ремонта подъездов нескольких многоквартирных домов в Одинцове. По адресу Можайское шоссе 1/1, в доме номер 1 по улице Чикина и на Можайском шоссе 3/2. Инспекция прошла в рамках реализации проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя», а также отработки наказов народной программы.